Привет, друзья! С вами я, Алексей Жрухин, с берегов Мертвого моря, с Израиля. И сейчас я пытаюсь подняться на крепость Масада. Рекорд у меня сейчас в день посещений около 1000. Блог я создал всего лишь 1.5 года назад, но я тогда вернулся как раз в путешествие по Средней Азии. Сейчас уже 40 стран. Из них 2 непризнанные. Израиль очень дорогая страна. Все круто. Очень красивый английский язык. Вот именно тот английский язык, который вот самый идеальный. Смотреть особо нечего. Самая, наверное, главная достопримечательность — термы венгерские. Монголию мне ассоциируется, например, с пробками, с большими, потому что через всю Монголию проходит одна дорога. С грязью мне очень не понравилось там. С безалаберностью местного населения. Эта страна ассоциируется у меня ни с чем хорошим. Очень вкусная еда и очень дешевая. Огромные порции. Потрясающие хинкали. Я, например, выкладываю то, что реально есть. Вот, и если я попадаю в какую-то неприятную ситуацию, я тоже об этом рассказываю. Как, например, там в Румынии опоздал. Вот самые интересные, кстати, посты получается про то, когда не все хорошо, а когда ты попадаешь в какую-то вот неприятную ситуацию. Этой зимой я был в Румынии, и у меня там была пересадка ночная с одного поезда на другой. И первый поезд опоздал на 2 часа. Мне пришлось всю ночь провести на каком-то вокзале в непонятном городе вместе с бомжами. Я не занимаюсь тем, что мне не нравится. Ну как, Алексей Батькович? Качественно, да? Путешествие по России через всю Россию. На бензин мы потратили на двоих 21 тысячу рублей в одну сторону, то есть по 10 500. А на проживание за все это время я потратил 10 тысяч рублей. У меня большой опыт уже путешествий самостоятельных, и очень много людей боятся сами куда-то поехать. Моя роль состоит в том, что я организовываю путешествие в новую страну, в которой сам еще не был, и собираю людей, которые, единомышленников, которые тоже хотели бы в этом поучаствовать. Сейчас я поднялся примерно половину. Фу. Как вы смеете видеть, больше никто сюда пешком не поднимается. Максимум спускается. Я уже пожалел, что этим занялся. Но куда деваться? Увидимся наверху. Пока.